Сегодня мы будем делать маг-кейк. Итак, для этого нам нужна мука на выбор, разрыхлитель, 2 яйца, кэреп, масло сливочное, ну, я взяла кокосовое, почему бы нет, сахарозаменитель по вкусу, шоколадка, чтобы положить внутрь, ну и, конечно же, взбивалка. Я так поняла, у тебя шоколадка без сахара? Да. У тебя сахарозаменитель вместо сахара? И сегодня вместо масла кокосовое масло. Обычно у тебя было масло, было сливочное масло, а сегодня ты взяла кокосовое попробовать. Итак, для начала нам нужно взять масло. Берем нашу маслицу и немного выливаем. Чуточку хватит. Вот. Окей. После этого берем яйцо, разбиваем. Оп. Аккуратненько. Все. Прекрасно. Ну и второе. Готово. Теперь добавляем сахарозаменитель. Теперь берем какао. Это может быть любое какао, да? Да. В данном случае у нас кэреп. Так. Теперь муку добавляем. И еще. Так. Хватит. Добавляем немного разрыхлителя. После этого все перемешиваем. Теперь всю нашу консистенцию переливаем в чашки, ну или же в тарелки, как вам угодно. Так. Так, можно. Теперь мы добавляем наш шоколад. Берем кусочек. Например. Что вот такое, можно поменьше, побольше. И вот так. И одно вот сюда. Теперь нам нужно нанести почти готовые наши макейки в микроволновку. После того, как мы положили в микроволновку, надо поставить время. Я обычно выбираю около 5 минут, ну и сама же стою и примерно ожидаю подходящего момента, который мне необходим. И ставлю мощность на максимальную, чтобы побыстрее было. Так. Проверяем. По-моему, очень даже неплохо. Такой у нас получился тортик. Теперь попробуем. Очень мягкий и упругистый. Упругий.
Вкусненько? Очень вкусно. Да? Да. До шоколадки еще не дошла? Нет еще, но уже вкусно. Великолепно. Не сухой, не сильно влажный, идеальный. Вот такие макейки у нас получились за пару минут. Думаю, вам этот рецепт тоже был полезен. Обязательно попробуйте его. Всем пока! Чу.